Храмы как центры духовной жизни, истории их создания, чудотворные иконы, беседа со священниками. Все это в новом телевизионном сезоне на национальном телевидении Чувашии. В начале 2003 года, в конце 2002 был переделан проект. Это было связано, во-первых, о памяти, то, что был у нас когда-то в Чебоксарах Покровский собор, который был затоплен. Творческая группа программы «Духовная жизнь» расскажет на этот раз об истории Покровско-Татьянинской церкви и ее предшественницы в Чебоксарах. Смотрите на национальном телевидении Чувашии в воскресенье 19 октября в 18:00.